Предание старины глубокой, так называется второй международный фестиваль-праздник театров кукол, который в эти дни проходит в Тамбове и в котором участвуют 13 коллективов из Сербии, Казахстана и Белоруссии, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, а также из 5 областей России, в числе которых и Ульяновская область. Наш фестиваль, он немного необычен, потому что он тематический. Мы отбираем спектакли в наш фестиваль, которые основаны на легендах, сказаниях, преданиях родного края. То есть в основе лежит такая не сочиненная сказка, да, а вот этническое такое зерно в основе этих спектаклей. Ульяновский театр кукол имени Валентины Леонтьевой представил на суд жюри спектакль «Волшебный колодец». Пьесу, которому специально написал режиссер Алексей Уставщиков и артист нашего театра Андрей Анатольевич Козлов. Спектакль по сказкам финдевского нашего сказочника Абрама Новопольцева. Вот. Я могу сказать, что нас принимала публика, и дети, и жюри, и коллеги принимали нас очень хорошо. И мы получили замечательные отзывы потом на обсуждение членов жюри. Вот. И даже поступают приглашения на другие фестивали. Самый главный эффект, что мы показали с авторитетным жюри, действительно представлено из профессионалов, это Екатерина Образцова из театра Образцова, это известный художник Виктор Платонов, Вит Бурман, продюсер театральный, и Николай Петрович Наумов, это декан Санкт-Петербургской академии театрального искусства, декан факультета театра кукол. То есть люди, в общем-то, не случайные, как бы в нашей профессии очень так разбирающиеся. Вот. И каждый из них говорил по делу и очень такие хорошие слова про наш спектакль. Участники фестиваля отмечают, что форум в Тамбове – прекрасная возможность обменяться опытом с коллегами. А для юных зрителей это возможность увидеть спектакли по мотивам фольклора народов разных стран и познакомиться с культурой разных народов.